Сегодня хочу рассказать вот об этой программе бесплатной Adobe Photoshop Express. Сюда ссылку я в описании оставлю. Сюда можно зайти с помощью аккаунта Google, например. Ну или там Microsoft. Ну вот, что может Photoshop Online. Откроем файл. У меня здесь есть трудный файл с котом. И что можно сделать? Вот редактирование изображения. Во-первых, изменение изображения – это очень полезная функция. То есть у нас сейчас 1200 на 800 пикселей. Мы, например, хотим уменьшить наполовину, 50% сделать. То есть теперь у нас 600 на 400 пикселей. Картинка стала меньше. Ну или вот привести к фотографии можно вот попробовать. Выбрать размер тот, который нужен. Ну, это очень-очень нужное такое свойство программы, что вот она умеет изменять изображение. Ну, обрезка выпрямления тоже, конечно, нужна. Но тут все просто, то есть мы берем, уменьшаем картинку так, как нам нужно. Да, можно сделать в виде фигуры, то есть вот наложить и обрезать. Вот у нас останется, например, сейчас прямоугольник со скругленными углами. Еще можно отразить, например, по горизонтали. То есть сделать еще одну такую же фотографию, но вот отраженную. Вертикаль тоже можно. Можно вырезать по... Вот в Инстаграме публикация квадратная должна быть. Вот можно сделать так, чтобы она подходила, эта публикация, под формат Инстаграма. Ну и остальных сервисов наших любимых. Что такое ретушь? Ну, ретушь вообще это исправление каких-то дефектов. Вот размер кисточки есть, например. Я хочу, ну, вот убрать, например, вот эту линию. То есть я по ней провожу, и вот она исчезает. То есть если у нас дефекты, например, яблоко, на яблоке там какие-то нехорошие пятна или прыщи там или еще что-нибудь, убирать с помощью вот этой кисточки ретушь. Изменение изображения. Это, ну вот, фильтры. То есть можно найти что-нибудь красивое, как-то изменить фотографию. Вот, например, привести к черно-белому виду. Мало какие редакторы так просто могут нам сделать из фотографии черно-белый вариант. И вот есть виньетка. То есть затемнение по краям. Вот такой красивый портрет получился черно-белый. Ну вот. Дальше. Художественные эффекты. То есть можно сделать эффект, тут вот подписано, масляная краска, фильм, поп-арт. Разные фильтры накладываются, и картинка у нас изменяется. Ну вот такая красота получилась с помощью фильтра масляная краска. Тут много других еще есть. Стилизованную можно пиксельную, пиксельного кота сделать. И еще одно из самых главных, то, что может пригодиться, это удалить фон. Ну, Photoshop, он один из самых-самых продвинутых в этом сервисов. Ну, вот таким образом у нас кот вырезался.
То есть тут можно сразу добавить какой-то другой фон, выбрать ему. И даже любой, совсем любой, и применить. Ну вот, надеюсь, было полезно на этом. Спасибо, стоп.